Прерванный взлет или уход на второй круг довольно распространенная, при этом простая процедура в авиации, но у начинающего путешественника или аэрофоба может вызвать ужас или панику. Данное действие со стороны экипажа не говорит о его низкой квалификации, скорее наоборот, про опытность и нежелание идти на малейшие риски ради того, чтобы побыстрее оказаться дома. Уход на второй круг – это маневр, выполняемый экипажем воздушного судна по решению командира в случае невозможности посадки на данную полосу в данный текущий момент. Причин тому может быть великое множество – препятствия на полосе, сдвиг ветра, нестабильный заход, отсутствие визуального контакта с ВПП при прохождении минимума и так далее. Если один из этих факторов имеет место быть, при прохождении высоты принятия решения незамедлительно убираются шасси, двигатели переводятся во взлетный, а штурвал самолета перекладывается плавно со снижения в набор высоты. Далее экипаж, следуя командам диспетчера, строит повторный заход на посадку. К слову, таких попыток иногда бывает несколько.